Добро пожаловать на канал Народные Советы. В этом ролике я расскажу о том, как избавиться от мозолей в домашних условиях. Но для начала я призываю всех желающих подписаться на канал. Видео выходят каждый день, и вы сможете улучшить свои знания о народной медицине. Также можете подписаться на страницы канала в соцсетях. Ссылки в описании. Ну а теперь вернемся к теме ролика. Мозоли – это проблема, с которой неизбежно хоть раз сталкивался каждый современный человек. Неудобная обувь, тяжелый физический труд, причин, способствующих появлению этого неприятного образования, множество. Помимо того, что мозоли выглядят неэстетично, они порой еще и очень болезненны. Избавиться от мозолей можно одним из следующих способов. Луковую шелуху сложить в банку и залить столовым уксусом. Закрыть плотной бумагой и завязать. Настоять 2 недели. Затем извлечь шелуху. Дать стечь уксусу и слегка подсушить. На ночь положить на мозоль слой шелухи в 2-3 мм. Кожу вокруг смазать вазелином или другим жиром. И забинтовать. Утром, распарив проблемное место, осторожно, без усилий, соскобить мозоль. Если мозоли большие, процедуру следует повторить. При болезненных мозолях сырой картофель моют, очищают от кожуры и протирают на терке. Полученную картофельную кашицу накладывают на марлю и, приложив к мозоли, укрепляют бинтом. Если это видео было полезным для вас, пожалуйста, поставьте лайк и не забывайте подписаться на канал. А на этом у меня все. До скорых встреч!